Демидов – русская фамилия, в том числе династии русских предпринимателей Демидовых, а также топонимы, носители фамилии. Демидов – Демидов, Акинфей Никитич – русский предприниматель, Демидов – Александр, Демидов – Алексей, Демидов – Анатолий, Демидов – Андрей Владимирович – российский дипломат, Демидов – Вадим, Демидов – Василий, Демидов – Виктор Викторович – советский российский футболист, тренер, Демидов – Владимир, Демидов – Георгий Георгиевич – советский инженер, физик, Колымский рационализатор, писатель, Демидов Герман Александрович, герой социалистического труда, Демидов Григорий, Демидов Евдоким Никитич, российский землевладелец, промышленник, владелец заводов железных и чугуноплавильных в Оренбургской губернии, Демидов Елим Павлович, тайный советник, российский дипломат из рода Демидовых, князь Сан-Доната, Демидов Иван, Демидов Игорь Платонович, кадет, член Государственной Думы, Демидов Кирилл Александрович, украинский футболист, Демидов Константин Вячеславович, советский российский актер театра и кино, Демидов Михаил Васильевич, народный депутат СССР, Демидов Михаил Денисович, русский государственный деятель, тайный советник, Демидов Никита, Демидов Николай, Демидов Олег, Демидов Павел, Демидов Петр, Демидов Прокопий Акинфеевич, русский предприниматель и меценат, ботаник, Демидов Ростислав Сергеевич, полковник советской армии, участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза, Демидов Сергей, Демидов Юрий Николаевич, российский работник органов внутренних дел, Демидова, Демидова Аврора Павловна, русская дворянка из семьи Демидовых, Демидова Александра Ивановна, советский государственный и партийный деятель, Демидова Алла Сергеевна, советская актриса, народная артистка РСФСР, Демидова Анна Степановна, комнатная девушка императрицы Александры Федоровны, расстрелянная вместе с царской семьей в Екатеринбурге, Демидова Екатерина Яковлевна, советская ткачиха, герой социалистического труда, Демидова Елизавета Александровна, хозяйка аристократического салона, известная своей голоманией, Демидова Мария Александровна, доярка, герой социалистического труда, составные фамилии, Лопухин Демидов Николай Петрович, генерал-лейтенант из рода Демидовых, участник русско-турецкой войны 1877-1878 годов, населенные пункты, Белоруссия Демидов, агрогородок в Наравлянском районе Гомельской области. Демидов – деревня в Головчицком сельсовете Наравлянского района Гомельской области Беларуси, Россия. Демидов – хутор в Волгоградской области. Демидов – город в Смоленской области, Украина. Демидов – село в Киевской области. Демидов – село во Львовской области, прочие. Демидов Плаза – строящийся бизнес-центр на территории будущего комплекса Екатеринбург-Сити. Демидов мост соединяет Казанские и Спасские острова через канал Грибоедова в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.